Если мне все время напоминать, что мне 65 лет, то я могу, конечно, в это поверить. Идеи, мысли, все сохраняются, как и 20-30 лет назад. Александр Завальный всю свою жизнь трудится на благо Самары. Многое уже удалось. Вернуть историческое название городу, разработать систему городской губернской символики, создать серию исторических миниатюр, посвященных жителям города за последние 250 лет. Планов у именинника и сейчас громадье. Надеется еще многое сделать для пользы любимого города. Это мой город. Я этому городу отдал много лет жизни, труда, творчества. И этот город я не применяю никакой другой. Александр Завальный – заядлый нумизмат. Делится через многие монеты и другие старинные предметы, постигаются разные эпохи, изучается история и культура, расширяется кругозор. По его словам, зачастую в каком-то конкретном вопросе коллекционеры знают даже больше, чем кандидаты наук. Александр Никифорович не только прекрасный профессионал, но и совершенно замечательный человек. Работать с ним не только легко и приятно, но еще и очень информативно. Поздравить Александра Никифоровича в Самарскую библиотеку пришли самые близкие друзья и коллеги. Место выбрано не случайно. В библиотеке историк работает с 79-го года. Рассказывает, любовь к книгам и чтению передалась ему от отца. Александр Никифорович, огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Конечно, здоровье в первую очередь. Сейчас Александр Никифорович работает над новым проектом, каким пока держит в секрете. Виктория Шарая, Никита Борисов, Николай Епифанов. События.